Доброе утро, друзья. Доброе субботнее утро. Евгений Гордеев снова с вами. И, во-первых, хочу, чтобы не забыть, сообщить вам, что меня дней 5-6, а то и 7, ну, в общем, до конца, может быть, следующей недели, не будет в городе Герои Смоленске. Значит, я буду вне досягаемости, интернета, потому что, несмотря на уверение президента о том, что быстренько-быстренько сделают Wi-Fi, там наладят, где более 100 жителей в деревнях. В деревне, где у меня есть хата, под дачу, будем так говорить, в 100 километрах от Смоленска, Wi-Fi нет, интернета нет. Телефоны, значит, провайдеры, все провайдеры, значит, тихо обкакались, и если года два назад можно было дозвониться куда угодно, то сейчас, значит, я через дорогу соседу не могу дозвониться, там в деревне, за что мы платим, за что жители деревни платят там деньги, неизвестно. А когда я обратился лично к руководителю МТС, провайдеру МТС, с вопросом, значит, о том, что же они такое вытворяют с нами, он просто промолчал. Ну, а сейчас сменил работу, куда-то ушел или на повышение, значит, или скипнул в другую область. Вот, поэтому, кто хочет дозвониться, могут как-то дозвониться, а кто ждет моих новых роликов, друзья мои, только после возвращения из деревни. А сейчас я хочу перейти к очень важному, что случилось в Смоленске. Ну, насколько мне известно, вот смотрите, 5 числа это был день работника уголовного розыска. Вся страна отмечала, значит, и рецидивисты отмечали, и урки в колониях отмечали, и особенно отмечали сотрудники уголовного розыска и ветераны уголовного розыска свой профессиональный праздник. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям. Я уже немножко об этом говорил в одном из роликов. И сейчас повторяюсь, что обалденные, значит, розыскники, которых я знал, знаю, уважал, уважаю. Некоторые из них уже ушли из жизни. Светлая память и земля пухом всем. А те, кто жив, будем так говорить, много лет, ребята, здоровья, не хворайте. И не носите маски, от них только хуже. Вот, поэтому, значит, перехожу к тому, что в этот день, а нам только вчера, значит, средства массовой информации Смоленщины донесли, да и ТАСС вроде бы уполномочен заявить, о том, что, вот, и не говорят, какого числа, потому что не знают, что вот стало известно, просочилась информация, как некоторые пишут, в средства массовой информации просочилась информация. Вы представляете, какая у нас гласность, значит, и как не хотят говорить, значит, чиновники от правоохранительных органов о том, что у них творится внутри там. Так вот, я вам докладываю, значит, что информация просочилась о том, что якобы, значит, следователь простой, а где пишут замначальника, Заднепровского межрайонного управления ОСКР по Смоленской области задержана, где пишут мужчина, это, где женщина, но я вам докладываю, что это женщина, значит, задержана, и двое адвокатов, значит, задержано. А где пишут два следователя и два адвоката задержаны? Короче, смотрите, они парами ходят, так сказать. А по моим сведениям, значит, задержано два, потом один отпущен. А кто отпущен? Мужчина или женщина? Черт его знает. Ну, в общем-то, речь идет сейчас как бы о заместительше начальника вот этого Заднепровского межрайонного отдела областного управления СКР, Следственного комитета России по Смоленской области. Якобы связано с коррупцией. Ну, а я вам скажу проще, со взятками связано. А меня вот больше интересует еще, по какому же делу. Вы понимаете, что вот я, например, бился, так сказать, и бьюсь как об стену, пытаясь добиться возбуждения уголовного дела по факту необычной, так сказать, гибели
Жалилова Геннадия. Это человек, который в качестве волонтера в Сальваре, в поисково-спасательном отряде, искал и, в том числе и Влада Бахова. Это молодой парень, который служил по контракту Нацгвардии. И вот 8 типа марта нынешнего года у себя в закрытой как бы изнутри квартире он типа застрелился, значит. Ну там много, значит, сомнительных вещей, о которых нам рассказал во всеуслышание, во всех средствах массовой информации Смоленщины один его близкий друг. Ну а потом вдруг, значит, вот пишет мне на мой запрос, на мое обращение в прокуратуру, пишут, что проведена тщательная проверка, значит, не подтвердились изложенные вами сведения, а этот типа парень, который давал, отказался от своих показаний, или отказался от этого всего, что он наговорил. А он там, наверное, штук 10 доказательств привел того, что это не самоубийство. И вдруг отказался. Ну, я не знаю. А у меня есть, значит, с ним полная переписка. Я не знаю, может быть, я выложу все это для вас, друзья. И для него, значит. Но это ж надо так запугать парнишку, значит, который не судим, имеет семью, имеет ребенка малолетнего. Или грудного даже. И он настолько запуган, значит, что сказал, что, вы знаете, я... Ну, тогда привлекайте его за ложь, за то, что он клевету, значит, выложил в интернет. Ну, я не призываю к тому, чтобы его привлекали, а я призываю к тому, что неужели трудно возбудить уголовное дело по факту гибели человека, где есть сомнения в том, что он погиб, так сказать, совершив суицид, и расследовать, и уже по результатам расследования написать постановление о прекращении уголовного дела в связи с тем-то, с тем, с отсутствием, например, события преступления. Что же вы вытворяете, друзья? Вот поэтому, смотрите, это как раз связано с Заднепровским отделом управления Следственного комитета России по Смоленской области. Вот с тем, где 5 числа задержали следователя или следователей. За что? За какие такие грехи? По какому делу, главное, или материалу они взяли взятки? Или взял взятку? Или взяла взятку вот это вот заместитель начальника этого целого управления? Вы представляете, что это такое? Это страшно. И еще страшнее, смотрите, что вводят за нос всех нас с вами. Вводят за нос, как по делу Владислава Бахова, значит. Ничего, глухо, как в танке. Одни домыслы, значит. И тут журналисты и Рядовки, и смолнарод.ру, и, значит, Никольское кольцо, значит. И все, значит, догадками пользуются. Тем, что просочилось откуда-то куда-то. Просачивается у нас канализация, так сказать. А здесь должны выступать... Для чего тогда созданы вот эти целые полковники сидят, руководители пресс-служб этих ведомств? Для того, чтобы бабки получать ни за что. И скрывать информацию от людей. Будьте добры рассказать народу, значит, кого вы там воспитали, значит, и за что арестованы. Ведь наверняка же не вы сами это выявили и выдали на гора. А скорее всего, ФСБ сработало. Я так думаю. По крайней мере. Расскажите нам, за что 5 числа и кто был задержан. И как дальше события. Арестованы, не арестованы, отпустили, не отпустили. А зачем-то задерживали, обыска делали и так далее. Шумиху подняли. Ото всех подписки отобрали, от адвокатов, значит, и от всех этих, ну, сотрудников, причастных к этому, к задержаниям, к этим, подписки, а не разглашения. Это ваш основной документ, с этого каждый ваш материал начинается, чтобы людей запугать, подписки взять. А разглашать и нечего. Коррупцию развели. И стесняетесь о ней вслух говорить. Стыдно, господа.
офицера. Вот, друзья мои, что я хотел до вас довести. И, конечно, мы, как и обещают и журналисты, и я, значит, как блогер, я вот посижу, так сказать, в деревне с недельку, а потом снова приеду, значит, отыщу информацию и вам обязательно выложу. Кого, за что и почему задержали. Если, опять же, узнаю об этом, и если не надо будет к Бастрыкину обращаться, значит, с запросом. Ну. А я могу и депутатский запрос организовать. Что вы думаете? Только был бы толк. Мне очень интересно. Почему? Потому что именно в Заднепровском отделе, видите, дело Джалилова похоронено, значит, под видом самострела. Вот человек. Я не буду напоминать там, что там. Но там, по моему мнению, надо следствие проводить, а не проверку, как провели. И рот заткнули еще товарищу, который выдал на гора, значит, все это. А сестру этого вообще не опрашивали, Жалилова, которая все этому товарищу рассказала. Видимо, она на месте была, происшествие, видимо, в ее присутствии. Может, дверь вскрывали квартиру. Ну что ж, будем следить за этой ситуацией. С вами был Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Славного не тем, что происходит здесь сегодня, а славного былым своим. И воинской славой своей, и трудовой доблестью своей. Вот чем он славен. И я буду славить его всегда, покуда я жив. Славный город-герой Смоленск. Пока. Здоровья, счастья, всех благ. И никакого коронавируса. Чеснок и водка, чеснок и водка. Водкой растираете места общего пути. Что я говорю? Вы знаете, что растирают водкой. Ну а чеснок внутрь. А можно, значит, сделать ожерелье из чеснока и повесить себе на шею, как делает, говорит, одно из племен в Тихом океане, на островах Тихого океана, на островах Полинезии, и никогда никаких бактерий на этом острове нет, и короны нет, говорят, и короны нет. Короны нет, пока.